А что, ребята, не поговорить ли нам о главном? Че не поговорить-то? Вот только в этом разговоре Байдены, Путины, Зеленские, Макроны и всякие прочие другие шульцы присутствовать не будут. Уж извините. Текущий момент состоит в том, что на обозримом европейском пространстве расцветают подснежники. И не как-нибудь расцветают отдельными кустиками из-под прошлогодней листвы или клумбочками у подъездов, хотя и это имеет место быть. На берегу бурной в это время реки Эльбы есть местечко, где эти нежные вестники весны усыпают ковром целые поляны. И в этом и есть суть текущего момента – не пропустить его, не полениться, съездить в деревушку со странным названием «клы», что в переводе означает «клыки», и… Журчат ручьи, слепят лучи.